Добрый день всем. Добрый день. Сегодня такой неожиданный эфир. Я не объявляла про него. Буду проводить его на русском языке, потому что я сегодня встретила в Арабских Эмиратах очень одну чудесную, умную женщину, врача, офтальмолога. По-русски очень трудно мне говорить, из Казахстана. Она Сауле Белизбекова. Она дабл силвер мастер в коралловом клубе. И стаж врача 25 лет, ну, в общем, 30 лет, да. И она рассказывала все, просто рассказала вчера чудесную историю, которую я хотела бы, чтобы она рассказала и вам, и вообще поделилась, почему такой умный, светлый, такой прекрасный человек в коралловом клубе, почему она выбрала именно коралловый клуб, что привело к этому. Прошу, Сауле, расскажи нашим слушателям свою историю. Спасибо, Венета. Я рада всех приветствовать. Вы знаете, несмотря на то, что я врач, и достаточно большой у меня опыт работы, и я считаю себя профессионалом, но в один момент случилось так, что я очень серьезно, у меня начались серьезнейшие проблемы по здоровью. Я открыла свою клинику и частную, и офтальмологическую, и практиковала. У меня поток людей очень большой, там за 2 месяца вперед запись. И вот в таком ритме работая, в общем-то, я абсолютно не заботилась о себе, о своем здоровье. Чисто вот по врачебному снимала симптомы какие-то. И в один прекрасный день у меня вот просто сбой всех систем произошел. Хотя ко мне приходили люди, рассказывали о живой воде, рассказывали о том, что нужно очищаться. Я абсолютно это не принимала, не слышала до тех пор, пока вот такие серьезные проблемы по здоровью не начались. Поэтому я хочу сказать, не ждите, не тяните, начинайте заниматься своим здоровьем и выбрать нужно верный путь. А в коралловом клубе здесь четкая система, и на самом деле я только благодаря этой системе вылезла из очень серьезных проблем по здоровью. Ну, а что у вас было? Ну, у меня были серьезные проблемы с сердцем, нарушился ритм, прединфарктное состояние. У меня там с детства были мигрени, которые вот прошли. У меня была аллергия 16 лет, тяжелейшая, с полинос такой, с приступами бронхоспазма. Ну и, в общем, всех проблем не перечесть за свои, там, сколько, 40 лет на тот момент. В общем, я заработала очень много болячек по здоровью. И где-то в течение, ну, во-первых, результат я получила уже первые 2 недели, и не, абсолютно не связывала это с тем, что это вот, ну, какая-то там вода, ну, просто я пила, потому что мне некуда было деваться на тот момент. Это был выход для меня. Вот, получила результаты, а в течение 2 лет я полностью избавилась вот от всех вот этих перечисленных проблем, которые были. И для меня, для врача, как для врача, это было просто удивительным. И, ну, это было для меня просто, как сказать... Невероятным. Невероятным, да, потому что я столько лет борюсь там с какими-то... Ну, это же все хроника, мы с хроникой очень тяжело так, чтобы человек там... Болела аллергия, а она у него прошла. А тут она прошла у меня. Тахикардия, которая люди всю жизнь страдают этим, и сидят на таблеточках антиритмических, а у меня это все прошло. И мои коллеги тоже, зная мои все диагнозы, были очень удивлены. И сейчас я до сих пор каждый раз не устаю, хотя уже сколько лет в коралловом клубе, 11 лет, я уже
не перестаю удивляться тому, как реально люди из очень серьезных ситуаций с помощью простых таких шагов избавляются от таких проблем. Чудесно вообще. А скажите, сколько вам было лет, когда вы начали употреблять продукт? Мне было тогда на тот момент 40 лет. 40 лет было, да. То есть я только в 40 лет начала пить воду осознанно. Я только в 40 лет начала вот по программе какие-то очищения, не какие-то наши программы очищения делать. А до этого у меня все, вот голова болит, таблетка, аллергия, таблетка и так далее. Вы тоже были таблетчиком, да? Да. А сейчас вы пьете таблетки? Нет, я сейчас абсолютно не принимаю никаких медикаментозных препаратов. То есть, если болит голова, она у меня фактически уже, если какие-то там что-то там, может быть, серьезные нагрузки, перелеты там и так далее. Ну, горячая вода в концентрированном виде. Я коралловая. Понимаю, да, коралловая. Я понимаю, как, почему, как это работает сейчас, на сегодняшний день. И это, конечно, чудо. Это просто чудо. Для всех врачей, которые еще не в коралловом клубе, я просто, ну, просто рекомендую. Ну, есть врачи, которые на самом деле ищущие. И я думаю, что по-любому они сюда придут, потому что это замечательная система, она работает. Супер. И скажите, Сала, да, я действительно тоже, я знаю, что врачи советуют коралловские продукты, но никто, особенно в Латвии, нету таких смелых докторов, которые бы бросили карьеру, а вы это сделали. Расскажите, как вот это, эти знания поменяли вашу карьеру и поменяли вашу жизнь? Ну, да, когда я все-таки получила свой результат, я вернулась в свою клинику, начала, естественно, я уже не могла не рассказывать об этой воде, о системе этой оздоровления. Но, вы знаете, меня поражало то, что люди, пациенты, они не хотели, многие не хотели слышать об этом. То есть им нужен был короткий путь, это вот дайте мне, выпишите мне таблеточки, системы и так далее. И я где-то, наверное, года два еще вот так вот, ну, были люди, которые слышали, благодарили, делали, вот. Вы знаете, вот какой-то момент я это сделала в один день. Я просто пришла домой и супругу сказала: все, я больше не пойду на работу. Я устала лечить людей, я устала помогать тем людям, которые сами себе не хотят помочь. Вот просто, вот на самом деле, вот у меня такой вот момент случился, и я вот все, я говорю, что хочешь, то и делай, но я больше, находи докторов других, находи там возможности, но я больше на работу не выйду. Прям вот в один момент у меня это случилось. И вы закрыли свою клинику, у вас была своя, да, клиника? Да. Я ее не сразу закрыла, то есть мы нашли врачей, которые начали работать, но уровень услуг все равно другой стал. И тоже в один день я супругу сказала: давай закроем, чем как попало, лучше никак. По крайней мере, останется имя, и мы вот таким образом приняли решение и закрыли клинику. И я, в общем-то, во-первых, у меня освободилось время заниматься тем, чем я начала заниматься, то есть я начала делиться с людьми вот этой потрясающей системой оздоровления, которая реально помогает, и, ну, и другие люди пришли. Стали притягиваться другие люди, то есть люди, которые ищут систему оздоровления, ищут профилактические способы. И, в общем-то, стало, ну, больше вот превентивное направление продвигать, профилактическое направление и безопасное направление.
Супер, вообще, я за смелость вообще удивляюсь. Действительно, я настолько ценю вот людей. Я понимаю, мы люди, которые сейчас узнаем, да, в бизнесе пошли, но вот вы-то люди уже с именем, да, уже состоявшейся карьерой, да, обеспеченные люди, когда просто оставляют свою деятельность и начинают заниматься тем, которое душа, да, ну, как сказать, что правду нести, вот это дорогого стоит. Я действительно поклоняюсь перед вами и перед вашим мужем, который бизнесмен тоже, да, он тоже приезжает на события, я его видела. Я бы, если можно, еще, я знаю, что вы проводите семинары по зрению, но если так коротко совсем, как вы, как врач, глазной специалист, что вы можете сказать, как наша система оздоровления помогает для глаза? Ну, во-первых, да, я стала проводить семинары, и я вижу очень большую пользу от этого. Значит, я рассказываю о том, что глаз состоит на 93% из воды. Прям вот беру каждую часть, там роговица на 93% состоит из воды, стекловидное тело на 99% состоит из воды, хрусталик 98% состоит из воды. Ну и, соответственно, первое, ну, любой человек понимает, да, что первое средство для того, чтобы наше зрение сохранить и решать какие-то вопросы со зрением, это питьевой режим, это вода. И вопрос, конечно, количества и качества воды, это не оговаривается. Глаз – это кусочек мозга, который вынесен наружу, поэтому это сгусток нервных окончаний, волокон. Соответственно, нужны продукты, которые эту систему будут укреплять, защищать, улучшать проводимость и так далее. То есть у нас есть такие продукты. Это лецитин, это жирные кислоты омега, да, 360. Вот. В глазе точно так же есть выделительные системы, которые... В глазе все время циркулирует жидкость, она очищается через систему фильтрации. И если забиваются эти, значит, фильтры, то у человека может подниматься давление глазное. Соответственно, для того, чтобы это все работало, однозначно нужно очищать. И очень важно именно для зрения эта программа очистки лимфатической системы. Потрясающие результаты дает именно программа, если ее грамотно, правильно проводить, именно для зрения, это программа лимфоочистки. Вот. Ну и, конечно же, это микроциркуляция, нарушение микроциркуляции, кровоснабжение, когда густая кровь, когда нормально не поступает кислород, поэтому это и антиоксиданты, это и, ну, вода в первую очередь, это ферменты, потому что фильтры в глазах забиваются слизью, а слизь – это в первую очередь нужны ферменты, недостаток ферментов. Вот. У нас есть замечательный продукт Визи Прайм. Однозначно это протекторы, это витамины, которые нужны для питания клетки, для питания глаза. Вот. У нас есть замечательные антисептические средства, это коллоидное серебро. У меня есть результаты на коллоидном серебре, на серебре, люди с хроническими какими-то, которые годами по 5, по 6, по 10 лет воспалительный процесс не снимается, они постоянно на уколах, на инъекциях, на антибиотиках. На коллоидном серебре у них эти обострения уходят. Вот. Ну и то, что касается ухудшение зрения в плане, вот, допустим, близорукость или дальнозоркость, и на начальных стадиях, если это все делать в комплексе, потому что есть комплекс, это обязательно гимнастика для глаз в комплексе с питанием, с очищением, это все дает, особенно на начальных стадиях, очень хорошие результаты. Но у меня у самой зрение стало лучше.
там было, допустим, минус 3, стало минус 2, да, то есть вот в такую, ну, а и у моих клиентов, у моих пациентов очень много результатов по зрению. Ну, есть люди, которые, вот как я рассказала, именно с воспалительными какими-то процессами останавливает. Ну, как бы вот в зрении, да, легче остановить процесс. Глаз – это очень такая тонкая структура, поэтому я всегда говорю не допустить ухудшения, а для этого надо что-то делать. Потому что если начало падать зрение, то его очень тяжело остановить этот процесс. Поэтому первая задача – это остановить процессы ухудшения зрения. Будет лучше в динамике, если все выполнять, будет лучше. Но самое главное, чтобы не было хуже. Вот это я всегда предупреждаю. Супер. И я знаю, что у вас просто чудесная большая команда сейчас. Не все, конечно, врачи. Да. Да. И как вы думаете, есть успех? Ну, это может быть глупый вопрос, но тут же можно преуспеть в этом деле не только врачу, ну, делает, да, бизнес и хорошие результаты, правильно? Однозначно. Вы знаете, мне наоборот было сложнее, как врачу, понять эту систему. Я ездила, наверное, раз 5 на Академию здоровья, чтобы понимать вот эти все процессы, осознать и переучиться, да? Вот это вот в голове все равно, ну, представьте, 6 лет института и 25 лет практики, совершенно по-другому мыслишь, поэтому мне, наоборот, было сложнее это все. А люди, которые приходят с чистого листа, и люди приходят сюда, в общем-то, которые уже занимаются, вот как Венета, вы же уже занимались своим здоровьем, уже была какая-то, какие-то оздоровительные действия. Вот, поэтому нету стереотипов каких-то, поэтому не обязательно быть, конечно, врачом, чтобы состояться здесь. Но у меня достаточно много врачей, которые смогли вот понять эту систему и принять, и начать и занимаются этим уже не просто как для себя, они занимаются этим как делом, профессионально уже, потому что эту информацию нужно доносить как можно большему количеству людей, как можно большему количеству людей, чтобы, ну, не доводить себя и свою семью, своих детей до каких-то вот таких проблем серьезных. А это здесь есть такая реальная возможность. Супер. Я уже говорила Саула, что ее имя Саула по-латышски означает солнце. Так что спасибо огромное за этот разговор. Солнце вашей семье, вашей жизни, вашей структуре, чтобы у нас все, всем вместе все получилось. Спасибо огромное. Да. Я тоже хочу всем пожелать больше радостных, счастливых моментов, и это состояние, вот радости, счастья, солнечного настроения, оно будет тогда, когда будет здоровье. Поэтому всем здоровья прежде всего. Пока. Пока, удачи.